Встреча губернатора с горожанами и жителями района прошла 7 июня. Более 5 часов Сергей Морозов общался с людьми, которые хотели с глазу на глаз обсудить с ним наболевшие вопросы. Среди тех, кто обратился к главе региона, была и Юлия Судакова. Девушка предложила проект Всероссийского спортивного фестиваля. К участию пригласить 10 студенческих команд из филиалов НИЯУ МИФИ, которые находятся в городах Росатома. Примерно принимать участие будут около 400 человек. Значит, фестиваль будет включать в себя спортивные турниры по мини-футболу, волейболу, легкоатлетическая эстафета будет и шахматы. Сергей Морозов предложение внимательно выслушал и поручил министрам дать проекту «зеленый свет». Еще одна горожанка, принявшая участие в приеме, старшая по дому номер 5 по улице Королева. Нелли Николаевну очень беспокоит вопрос благоустройства детской площадки во дворе дома. У нас не осталось детской площадки. Вы сами видите демонтированные качели, которые предназначены для детей более старшего возраста. Далее увидите песочницы, которые, по сути дела, являются пляжем для кошек и собак. Сергей Морозов распорядился установить новое игровое оборудование в этом дворе. Срок исполнения – до 14 июля в рамках программы «Уютный двор». Следующий прием граждан намечен на середину июля. Наталья Васильева, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.